Мы находимся в Стамбуле, раннее утро, 7 января 2021 года. Продолжаем путешествие экстремальное этого года. Из Питера выехали нормально. Ждем самолета на Сан-Пауло в Бразилии. Находимся в Стамбуле, еще раз говорю, в Турции ждем самолета. Раннее утро, 7 января 2021 года. Было тяжело убедить девушку на регистрации в Питере, что цель путешествия – туризм в таком-то году. Ну, продолжаем. Добрался, нахожусь в крупнейшем городе Бразилии, Сан-Пауло. Полет был тяжелый, 14 часов с постоянно одетой маской. Питание отвратительное, уже ни горячих напитков нет, ни алкоголя, ничего. То есть полет был тяжелый. В результате, когда я добрался уже до центра Сан-Пауло, теоретически можно было еще успеть сесть на ночной автобус до Пос-ду-Игуасу, куда я еду в первую очередь, к водопадам, моя давняя мечта. Короче, я решил переночевать. Переночевал в отеле, сейчас чуть-чуть попозже сниму. Ужасный, конечно, но близко 10 евро цена, и там я и поспал. Сейчас я в 15.30 выезжаю автобусом, 15 часов пути автобусом, и еду в Пос-ду-Игуасу. Что еще сказать? Город огромен, конечно, из аэропорта я решил добраться местными видами транспорта, не экспрессом, автобусом, а сэкономить и заодно разобраться, как работает система общественного транспорта. Ехал с 4 пересадками, все это мне стоило каких-то 60 евроцентов, и должен вам признаться, что
метро и поезд, вообще система общественного транспорта одна из лучших в мире и самых дешевых в мире, которые здесь существуют в Сан-Паулу, абсолютно потрясающе, великолепно и эффективно. Отовсюду, даже из международного аэропорта, который Черная Дева, доберетесь без проблем. Вот так вот. Ну, сейчас скоро продолжу. Вот так выглядит мой трущобный отельчик. Ну, вы увидели, что он прямо напротив автовокзала находится, поэтому выбора не было. Мне я просто приехал, мне просто особо выбора не было. Поэтому главное была вода. И куда? Положить голову и отрубиться вчера. После перелета 14 часов с маской. В автобусе хороший автобус, туалет, вода горячая, вода холодная, вроде красивая.